очень устал от нехватки денег. Не устраивает качество рубцовских дорог. Недоволен системой ЖКХ и тебя просто все бесит? Приходи на бесплатную консультацию почти дипломированного психолога Алексея Олимпиева, и ты забудешь про эти проблемы. Я прохожу обучение в Рубцовском институте, филиале Алтайского государственного университета по направлению подготовки психология. И уже за первый год своего обучения я достиг просто невероятных высот и могу решить практически любую вашу проблему. Ну ты куда прешь-то? Ты дурак что ли или что? Ну почти любую проблему. Ведь зачастую мы пытаемся решить наши проблемы не совсем рациональным путем. И из-за этого теряем огромное количество времени, сил и нервов. Но обращаясь ко мне, такого не будет. В работе с семейными парами я использую только самые передовые методики. И именно поэтому сегодня для вас я подготовил светомузыкальную терапию. Танцуй, мама, я танцую, под нашу басую, папа, не жди дома. Скажите, пожалуйста, вам стало легче? Да. Безусловно. Я ярый противник коррупции и неоправданно высоких ценников. И именно поэтому цена на мои услуги крайне демократична. Что? Вот здесь что-то? Сейчас, секунду. Сильно заморался? Нормально? Продолжай. Еще совсем недавно я был таким же, как и ты. Судорожно выбирал учебное заведение для получения будущей профессии. И я сделал правильный выбор. И чтобы стать настоящим психологом, я начал изучать психоэндокринологию, общую психологию, и, конечно же, историю. Мама, я танцую под нашу басую, папа, не жди дома. Ну как вам? Друзья, ну если серьезно, естественно, за первый год обучения профессиональным психологом я еще не стал. Но я твердо уверен в том, что знания, полученные в университете, я обязательно применю на практике. Да сколько можно? Опять ты? Привет, добрый человек. Зачем же ты едешь по встречке? Вот видите, уже применяю.